Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас рубрика «Игры от подписчиков». Короче, сегодняшняя игра называется Quick Thief. Быстрое варьё, наверное, как оно так переводится. Музычка есть тут. Сделана она довольно уже известным нам пока до соседа Кириллом Дятловым. Кореш, ну или Кореш Студио еще называют. Прислал мне эту игру, уже давно просит меня сыграть. Ну и, короче говоря, выглядит игрушка уже довольно неплохо. Давайте посмотрим, что у нас тут по авторам. Вот, вы видите авторов. Кирилл Дятлов у нас действительно, да. Сюжет давайте посмотрим. Был один парень, который был сам по себе предоставлен. Никто не знает его настоящего имени, кроме его самого. Он родился в неблагополучной семье. Его родители постоянно были в запое, он вырос беспризорником, уже 12 лет он совершил первую кражу. В возрасте 20, когда его родители наконец напились, у него не было денег, он пошел на преступление. Он нашел несколько сообщников, к сожалению, о них нет никакой информации, кроме их прозвищ и того, как они выглядят. Ладно. Бонус. Что у нас тут бонус? Нереализованный контент, можно почитать. Ранние задумки, искусственный интеллект был роботом, мяч был его двигателем для разгона. Раньше текстура у дверей была другая. Горная территория раньше вместо города была и трава. Другие ранние задумки. Пятый из режимов был хардкор, и был режим вместо бесконечной езды был простой езды. Ну и рандомно выбирались локации из двух уровней во втором акте. Хорошо. Первая кража. Может быть, вы знаете, чем я занимаюсь? Что я занимаюсь в Ростове с 12 лет. Сейчас расскажу о своей первой краже, когда она была не из больших, но ничего. Послушайте, тогда я украл немного шоколада, мороженого и другую еду из магазина. Для меня и моих друзей по стоимости 3000 российских рублей. Сейчас мне повезло в этот день. Но это, видимо, этот самый главный герой пишет. Так, ну и чё? Я понял, как отсюда выйти. Я нажимаю, что-то мне она не работает. Да, к сожалению... Кнопочка к бонусу не работает, и мне пришлось перезапускать игру. Теперь смотрим управление. А что еще есть бонус? В ранних версиях проверить наличие обновлений. Наверное, не будем уже читать. Так, вот управление нам важно. Двигать камерой, прыжок, приседание, отключение музыки. Остановка машины по прибытии в пункт назначения. В игре есть также чит-коды. Но, надеюсь, они нам, извините, не нужны. Давайте начнем играть уже. Так, 5 режимов. Давайте начнем с классического, проверим, что это такое. Давайте, конечно же, послушаем инструкцию. Вы будете управлять вашим персонажем с помощью клавиатуры. Для передвижения в первом акте используйте голос самого Кирилла Дятлова на клавиатуре. Мышь можете применять только для работы с камерой. Бегать можно на Ctrl, а на клонец на Shift. Можно также прыгать на Space. Перед игрой я настоятельно рекомендую вам отключить в браузере все возможные комбинации с этими клавишами, потому что они могут помешать во время игрового процесса. Чтобы взять какой-либо предмет, просто подойдите к нему. Он отобразится у вас на инвентаре. Что это за предмет? Его можно применить куда-либо для получения вещи. Рядом с ним есть буква. Эта буква означает кнопку на клавиатуре. Когда вы подойдете к предмету какому-либо для применения, вам нужно будет нажать эту кнопку. Некоторые предметы, например, телефон, можно применить просто, подойдя к ним. Во втором акте вам нужно будет доехать из точки А в точку Б. Причем точка Б всегда одна и та же, и к тому же она является логовом наших воров. Эта точка помечена белой меткой на дороге. Когда вы доедете до туда, машина резко остановится, после чего вам нужно будет нажать на кнопку P на клавиатуре. Время в обоих актах ограничено. Если вам что-то непонятно, нажмите F для повтора инструкции. Но если все окей, сейчас проиграется катсцена и игра начнет. Хорошо, хорошо, Кирилл, мы тебя поняли. Надеюсь, что поняли. Я не буду называть свое имя, но сейчас вы... Так... Воровали 3 месяца, но заработали на это неплохо. Нас было трое, включая меня, а потом все резко оборвалось. Почему, узнайте потом. Но это не совсем катсцена, это монолог, так сказать. Банда «Ночной грабитель» собралась в свое первое деяние. Как первое место дескалации
Дислокации. Они выбрали очень крохотную квартиру для этого одного дворника, хоть он и очень бедный, тем не менее у него хватило денег на сейф и радио. Хотя сам он спит на стульях. Этот уровень очень простой, он специально облегчен для новичков. Вам нужно украсть воду и деньги. Давайте способ обработки возьмем. Я думаю, нам этого хватит. Так, короче говоря. Вот, эти самые предметы. И я не понимал, что вообще с ними делать. Вот я подхожу к двери, ничего не происходит. Можно включить свет. Спрашивал у этого Кирилла Дятлова, что делать. Он мне сказал, что вот действительно номер это, вот этот, надо это к сейфу. А, на H, наверное. Не понял. Что-то, а что она не сработала-то? Так, вот этот шар, короче, он будет все время... Он будет все время по нам давить. Если мы в него врежемся, то будет плохо. Ладно, давайте R нажмем. Видимо, ну что-то ничего не отобразилось. Он показывал мне видео, что там должно что-то сверху отобразиться. Но что-то у меня оно не отображается. Ладно, давайте с H то же самое применим. Да блин, шар этот не дает ничего сделать. Может, из-за того, что я не на полный экран сделал, я просто не знаю, как на полный экран сделать. Не понял. Да, блин, он не дает мне ничего сделать, этот шар. Ну, ладно, предположим, что нажали. Так, ну, вроде сделали. Теперь надо как-то не врезаться в этот проклятый шар. О, отлично, да, сработало, просто почему-то оно у меня не отобразилось. Все, предметы мы, получается, украли, и мы едем мимо этих... А если мы врежемся в конус? А, да, я так и знал, уровень заново начнется. Видимо, надо на полный экран открыть, но я не понял, как это сделать. Да, чтобы отображалось. Видимо, оно за экран уходит и не видно. А, блин. Короче, едем на вот такой вот пиксельной машинке. Кубической, блин. И врезаясь в конусы. И готовимся нажимать P, когда приедем. Есть, мы прошли. И давайте продолжим. Дверь ограбления прошло успешно. В честь этого я покажу следующее, я так понял. А посередине тот, за которого мы играем, получается. Выглядит он немного жутковато, но тем не менее. Вперед и вверх. Да, также называется второй уровень, когда достать соседа. Обучающий уровень, в смысле. Первое ограбление прошло успешно, будем считать, что им повезло. В этот раз они размахнулись на квартирку посерьезнее, она тоже довольно маленькая, но зато в ней есть несколько дорогих вещей. Посмотрим, как наши герои поведут себя в этот раз. Этот уровень сложнее, вам нужно украсть телевизор, еду из холодильника и телефон. Он сказал, что телефон... можно без какого-либо предмета использовать. Еду из холодильника. Я нажимаю, ничего не происходит. Короче, что-то второй уровень не запустился. Я потом попробовал еще раз. Первый уровень прошел. Нажимаю, она опять все равно не жмется. Не знаю, в чем дело. Может, у меня в браузере. Эта игра в браузере, кстати. Не скачивается она в браузере. Может, какие-то там действительно комбинации надо включить. Но я не знаю вообще, как это делается. Ни разу не приходилось это делать. Ну ладно, классический режим дальше, походу, мы не пройдем. Я не знаю, в чем у меня дело. Может, вы пройдете, ссылка на игру будет в описании. Также будет ссылка на английскую версию, если кому захочется.
Ну давайте, чтобы выпуск на этом не заканчивать, посмотрим и другие режимы. Быстрая игра. А, это выбрать уровень. Это выбрать уровень. Прекрасно. То есть мы можем выбирать уровень отсюда. Что ж, тогда игра не заканчивается. Так, и может он... Ну вот я нажму сейчас, и она опять не будет работать, или как? То есть это выбор уровня. О, а сейчас кнопка выделяется. Почему-то там просто из режима подряд она не убиралась. Так, телефон взялся. Ой, а что случилось? Не понял, а что произошло-то? Да блин, опять какая-то проблема с игрой, что ли? Не знаю, что произошло, какой-то глюк, короче, случился. Давайте на третий уровень сразу пойдем. Надо украсть ноутбук, телефон и радио. Теперь наши воры решили ограбить. Все еще не очень состоятельную, но уже с чем-то примечательную двухкомнатную квартиру. Что у них получится на этот раз? А давайте без постобработки. Посмотрим, как это будет выглядеть без постобработки. Честно говоря, я разницы не наблюдаю. Но так он не берется, ноутбук этот. Какие-то вещи надо добыть. Ну вот радио еще. А, давайте будем подходить, надеясь на то, что у нас в инвентаре появится чего-нибудь. Так просто что-то предметы эти браться не хотят. Музыку можно выключить, нажав на кнопку Tab. Можно заглянуть туда через текстурку немного. Ой. Опа, телефон. Ну что, он не берется-то? Как его взять-то? Тут немного с графикой проблемы. Блин, хороший вопрос. Как телефон взять? Ничего, что-то не берется. Может, ползком надо взять? Или вот так? Да блин. Может, надо просто подойти к ним? Нет, еще пока нет, походу. Блин, я понятия не имею, что с этим делать. Вот еще печально, что никак нельзя выйти из уровня. Пришлось придется опять игру перезапускать. Может, конечно, я что-то не понимаю, либо игру дорабатывать нужно. Потому что что-то оно не... Что-то с глюками это все работает. Куда я попал? Я же... Это что такое? Я же нажимал в меню вернуться. Почему я здесь оказался? Я так, по-моему, я на тестовую карту какую-то попал. Как я на нее попал, я не знаю. Мне нужно, короче, опять перезагрузить игру. Да, вот плохо, что нельзя вернуться обратно в меню с карты.
Потому что игра запускается минуты 4 где-то, это долго. Ну давайте посмотрим, короче, что такое бесконечная езда. А, нет, давайте сначала мини-игры посмотрим. Этот режим не на прохождение, здесь просто присутствует уровень, где вы можете лицезреть нереализованный контент. Это реконструкция раннего прототипа игры. Пройти туры нельзя, он создан... Минуточку. Я был уже здесь. Я только что тут был. Только я попал сюда, не нажимая на режим мини-игр. Это как? Блин, да тут даже... Он даже не прыгает почему-то. Сколько раз я уже перезапускаю игру, блин. Ладно, давайте посмотрим, что такое нереальное. Это не на прохождение, здесь просто... Я же на мини-игры нажимал, только что и... Я опять сюда попал, что ли? Да блин, ну что такое? Да, игру действительно дорабатывать, походу, нужно. В ней есть ошибки. Ну и последний режим, который посмотрим, бесконечная езда. Хотите изучить город из второго акта, сыграйте в этот режим. Здесь нет конца, вы можете просто покататься на машине, посмотреть, как все устроено. Ладно, давайте посмотрим. Курсор почему-то не исчезает. Ну давайте, короче, покатаемся. Машина едет медленно. Я нажал на таб только что, и музыка отключилась. Так, ну мы врезались, тормоз почему-то не работает. А, давайте тогда поедем прямо. Тупик, дальше ничего нет. Ну и единственное, что нам остается, это только попробовать направо поехать. Город, конечно, какой-то маленький. Слишком пустой, так сказать. Но тем не менее. Не поворачивает он что-то. Ладно, короче, с этим все понятно. Давайте остановим. Такая вот игрушка. Наверное, мы ей ничего не будем пока ставить. Непонятно, может быть, я что-то недопонимаю, либо игра действительно сильно недоработанная еще. Ну, в общем, я жду ответа в комментариях. Ну, а на сегодня все. Ссылка на английскую и русскую версию игры я, тем не менее, оставлю в описании. Спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой стримский канал, спадивру ВКонтакте, всем пока.